Так, всем привет, девчонки! Сейчас хочу приготовить новенький салатик. Никогда не готовила такой из мяса крыля. Я вчера показывала, купила баночку. Но, оказывается, надо было две. Одной баночки мало для салата. Мне написали рецепт, но я для себя хочу еще там кое-что добавить. Ну, посмотрим, вкусно, невкусно будет, проверим. Сейчас, в общем, с вами приготовим. Кстати, хочу всех поздравить. Сегодня праздник, 23 февраля. Ну, в Украине, конечно, этот праздник не отмечают. Отмечают другой день мы. В другом месяце мы отмечаем. Ну, так как у нас такие традиции остались, мы этот помним праздник. Так что и папу я поздравляла. Ну, все равно мы все друг друга поздравляем, мужчин. Ладно. В общем, приготовим праздничный салат к 23 февраля. Так, сейчас сразу откроем мясо крыля. Ой, ёшечку, наверное, надо слить. Сейчас я солью. Все, слила жидкость. Ну, сколько его тут? Немножечко. Глазики, глазики черненькие. Будем кушать глазки. Правильно? Так, да, как-то подавим. Я отварила рис и яйца. Еще хочу огурчик добавить. Не знаю, на эту порцию сколько риса добавить. Так, раз. Давайте столько же добавим, да, чтобы не переборщить. Даже и то немножечко больше. Думаю, нормально будет. Ну, это так, немножко его получится. Нарежем яйца. Наверное, буду так не сильно крупно нарезать, да? Кубичками маленькими нарежем. И такой у нас салатик получится. Ну, для разнообразия что-то новенькое. Заправим потом майонезом. У меня 4 яйца на эту порцию пойдет. Мы, конечно, отмечать не будем, потому что Женя сегодня работает. Так просто приготовлю. Он перед работой поест. Мы на музыку уйдем. Если бы дома был выходной, можно было бы что-то, ужин какой-то приготовить. Так. По-простому. Кто такой салат делает, девочки, рассказывайте. Я первый раз делаю. Мне кажется, даже, может, и не надо 4 яйца. Может, это будет многовато. Перебьет, не будет чувствоваться мясо крыля. Значит, не буду. 3 яйца достаточно. Да, и так уже. И знаете, хочу огурчик. Помыла один огурчик. Тереть не буду, чтобы он не так сильно стекал. Сейчас маленькими кубичками нарежу. Так, чуть-чуть для свежести. Вот столько огурчика, даже меньше, чем половинку. Так, теперь нам немножечко присолить, поперчить и добавить майонез. Так, я немножко подсолю, немножечко подперчу, добавим майонез. Сейчас попробуем с вами салат. А может, вкусно будет? А чё ж не вкусно, да? Огурчик выпал. Ну, скушаем. Да, если бы две баночки было бы, наверное, лучше. Хорошо, что я больше яйцо не дорезала. Салатик получится. В принципе, и немало. Я думала, будет маловато, но еще.
и много получилось. Так, ну что, попробуем. Блюдечко себе переложила. Девочки, это вкусно. Боже, как легко и просто, и вкусно. Он такой нежный-нежный. Вот хорошо, что я добавила огурчик. Он дает такой, ну, свежесть. Девочки, это очень вкусно. Что, раньше такое не готовила? Вот риса вообще не чувствуется. Я переживала, что, знаете, вкус риса. Класс. Советую. Кто не пробовал, приготовьте, девчонки. На 8 марта приготовьте. Или даже просто так. Очень вкусные. Если, например, на стол подавать, ну, чтобы огурцы не стекли, мне кажется, перед подачей можно отдельно добавить огурцы, перемешать и уже на стол ставить. Тут настаиваться нечем. Берешь и ешь. Очень вкусно. Советую. Да, яйца больше не надо, ничего. Вот как раз мясо крылья чувствуется хорошо. Воздушный. Я бы его назвала весенний салат. Он такой нежный. Все, запомнили рецепт, готовим. Леночка, спасибо тебе, что подсказала. Тебе привет, Елена Щенникова. Класс. Ручка лесом. Женечка, любименький, мы тебя поздравляем. Извини, что поздно. Так, это София, мы только пришли. Всем привет. Папочка, я тебя хочу тоже поздравить с 23 февраля. Это тебе. Спасибо большое. Пожалуйста. Ой. Хорошенькая. Смотри, что мы тебе подарили. Вау. Ну, похвастайся. Ой, это еще не все. Да. Это еще не все. Ой, это тебе от меня. Суперсила. Мужской набор, чтобы у тебя всегда была суперсила. Так мне это ж надо дарить, чтобы суперсила была. Ну, у тебя-то есть сила нормально. И еще такой тебе бальзамчик после бритья. Спасибо. Мужской набор, без носков. В этом году, Жень, без носков. Хорошо. А что ты не показал, что в том пакете? Без пенки, без носков, да? Да, но с трусами. С трусами. Традиции не нарушаем. Кошелечек. Ну, ты ж хотел себе новенький кошелечек. Спасибо. Такой же. Кошелечек. На магнитике взяла тебе. Ага, ага. Ну, посмотри. А деньги там есть? Нет, я еще не положила. Это жаль, что денег там нет. Ну, не положила, новенький. О, а что, тут карточка есть? Да, там деньги на них. На счету деньги да, есть? Да. Тогда ладно, тогда броня. Ой, мы только с музыки пришли. Сейчас, минуточку. Следующая, ну то уже этот. Как? Ладно, то уже там набор джентльменских. Интимный вопрос уже. Нормальный. Ну, покажу. Да но с краешка так покажи. Наборчик Кельвин Кляйн трусиков. Все, ты рады? Девочка, мы пришли тебя поздравить. Спасибо, девочка. Все, все для тебя. У меня супер. Давай, давай. Ой. Так, ладненько. Женя, как на улице холодно. Это ужас. Я знаю, что тебе шампунь надо. Я ж покупаю все то, что надо. Не просто так. Трусы надо, значит надо. Надо и не надо. Да. Женя, ветер как кошмар. Кошмар. Я сегодня утром голову помыла. Ну, в шапке ж походишь сразу. Мам, может? Черти шо. Да, раздеваемся, ладно. Ой. Выключи камеру, давай раздевайся. Че я краску себе не купила? Забыла краску купить. Ну, давай сходим. Да, я уже никуда не хочу идти. Там я такой дубай. Давай я схожу. Не, не надо. Жень, ну мы спешили и так. Раздеваемся. Микуська, не лазь. Заберите, знаете что? Хлеб. Сейчас плащ.
Вот это помыла голову, накрутила, уложила и толку. Шапку оденешь, все. Надо было это сделать позже. Ладно, сейчас я разденусь. Сейчас, девочки, еще покажу, что я до мойки взяла. Ой. Купила мистер Пропер полы мыть. Сейчас буду убирать с вами. Пошлите сразу. Включи мне свет, пожалуйста. Руки мойте, девочки. Так. Да сейчас я пораставляю, потом руки помою. Сейчас сразу поубираем шкафчики. Мистер Пропер. Брала мистер Пропер из-за полцены этот фейри. Думаю, почему не взять? За 20 гривен возьму. Правильно? Яблочный взяла. И шариковый купила себе дезодорант вот такой. Только, ну, мне нравится другой, но моего не было. Ну, взяла такой. В общем, все. И два майонеза взяла. Все. Все покупки и подарки на сегодня. Ну, на улице дубак. А, Микки пеленки купила. Ну, не все. Ну, не все. Немного купила, мало пеленок. В аптеке последние две пеленки забрала. Ну, сказали, завтра привезут. Микуся, что ты там нюхаешь? А я сейчас хочу чая попить. И с пирожными. Девочки, какие вот эти пирожные? Вчера я показывала видео, вкусные. Кто у нас живет на квартале? В Восходе Микки села лапами. Ой, Микуся! Ну как так можно? Девочки, я буду вытирать. В общем, лапами на пеленке, а попой на кафеле. Ну, бывает. Только чистую пеленку застелила. В общем, пирожные очень вкусные, кто у нас на квартале в Восходе. Ну, сейчас я буду пить чай, я вам покажу, кто вдруг вчера кто-то не смотрел видео. Сейчас, ладно, пошла я вытирать полы. Фика папе рисуночек рисует. Ты молодец, так красиво нарисовала. Умничка. Угу. Февраля с большой, да? Да, отсюда можешь вот тут начать. Так, сама придумала, да? Ну да. Молодец, Айка. Папе понравится рисунок. Я дописала. Дописала? Ну, молодец. Сейчас еще, я, чтобы было вообще фантастика. Украсишь еще, да? Да. Какие мужчины любят цвета? Зеленый подойдет? Не знаю, какие мужчины любят цвета. Девочки, у меня спрашивали, как я ухаживаю за орхидами. Я их не пересаживаю, девочки. Я их боюсь пересаживать. Потому что я... Три орхидеи пересадила, две пропала. Вот эта одна у меня осталась. Вот. Так что они у меня живут. Нет, и эту я пересаживала. Но это, видите, нормально, и та нормальная. А эту нет. Вот Женя как в том году подарил на 8 марта. Видите, так и цветет, и цветет. Я вам ее все время показываю. Такая она красивенькая. Прям я на нее не налюбуюсь. Красавица моя. Орхидеюшка. Только, конечно, ну, видите, дикий кот такие, вот, цветочки, они маленькие. Если вот этот крупный, конечно, это когда цвела, если такими большой веткой, очень красиво. Тоже цвет красивый. Вот. На улице вам сегодня не снимала. Такая у нас погодка. Надо. Это ж надо, такой галстучек. Класс. Папочка, я тебя тоже хочу еще больше поздравить с 23 февраля. Это тоже тебе. Ух ты, класс. Да, какое сердце. Круто. Спасибо. Пожалуйста. Классно так. Я папа. Я папа. За ВДВ. А галстук какой красивый, да? Все серьезно тут. Класс. Спасибо, ну конечно. Спасибо тебе большое. Пожалуйста. А мы там повесим, мы там да? Поставим, так вот будем смотреть на нее. Не, папа там повесит, где мы всегда. Да, да. Вот тут. Да. Вот тут мы тут все покрепляем. У нас тут все продолжение, да? Так, ладно, девочки, я побежал.
В общем, такие подарочки Жене. Шампунь, ну, набор такой ему купила. Шариковый, бальзам. Ну, то, что мужчинам всегда надо. Да? И он просил кошелек, говорит, ему надо. Такой кошелечек взяла. Хороший кожаный кошелек. Надо было денежку ему положить. И правда, что-то я не подумала. Для визиточек. Нормально. Короче, он доволен. Все, подарками доволен. О, такие подарочки. И набор, ну, этих плавочек взяла таких. Трое штучек. Как всегда, в этом году без носков. Ну ничего, у него носки просто есть. Такие подарки для женюрки на 23 февраля. Так, ну что, попьем. Чай не стала делать, сделала себе кофе, потому что вчера кофе пила на ночь. В общем, я, наверное, не знаю, до скольки не могла уснуть. Так, ложка мне не нужна. Я вам красоту покажу. Вот эти ежики, посмотрите. Рафаэлки. Они же еще были в этих, в таких бумажечках. Они такие вкусные. Кто у нас живет на квартале, в Восходе покупайте. Смотрите. Внутри бисквит. А внутри еще там будет крем. Это так вкусно, они такие нежные. Но они стоят 90 гривен килограмм, но они того стоят. Попробуйте обязательно, очень вкусно. Они очень сытные. Один съел, и ты все сытный. Угу. А где крем, я хотела показать ближе. А там вон, вот по бокам крем. Девочки, ну его не видно. Вот, по бокам крем. А ну мне кажется, внутри. Нет, он по бокам. В общем, одни вкусняшки. Все так вкусно, все так вкусно. Пока не поздно, можно поесть. Но... У нас сегодня обещают минус 16. Ну, не знаю, будет или не будет, но ветер, наверное, что-то надует. Мы сейчас будем учить уроки Софии и музыкой заниматься еще, потому что у нас выступление в четверг. Она будет выступать, ну, как не со своими детьми, наверное, с другими. В том году... Я артист, по-моему, называется концерт. Я артист. София в том году среди детей, ну, в общем, заняла не первое место, а гран-при. Это лучше, чем первое место. В этом году она соревнуется уже не со своими сверстниками, а с детками, которые старше, я так поняла. Ну, не знаю, посмотрим, что в этом году она заработает. Но она играет концерт. Такое, конечно, произведение. Большое, длинное. Ну, надеюсь, сыграет хорошо. В общем, трудимся, играем, репетируем. Не знаю, если получится, выставлю это видео на Софиин канал. Раз на моем канале нельзя, буду все видео Софийкины выставлять на ее канале. Пусть там будет. Для памяти будем себе сохранять, на память себе. Вот. Ладно, девочки, все, тогда с вами прощаюсь на сегодня. Еще раз всех с праздничком мужчин поздравляем. Вот. А я пойду монтировать видео быстренько. Сейчас кофе допью, видео смонтирую. Ну, не знаю, хочу сегодня выйти в стрим. Если получится, выйду часиков 8. Ну, как мы управимся. Время сейчас 5:30. Постараюсь. Если получится, выйду в стрим. Все. А если нет, то нет. Все. А на сегодня тогда все. Всем пока-пока. Пока.